Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Главные недостатки владельцев этого имени, мешающие проявлению сильных сторон числа 2, это неуверенность в себе, частая смена взглядов и настроений. Часто бросают интересные дела на половине пути, после того, как разберутся в начатом деле до мельчайших подробностей. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Владельцы этого имени должны развивать в себе такие черты, как терпеливость, мягкость, уважение к другим, альтруизм, а также открытость и вежливость. Людей с этим именем считают добродушными, может быть, немного наивными, но всегда готовыми прийти на помощь, отзывчивыми и бескорыстными. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит, о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.